Всем здравствуйте, вы на канале Дом Бобра. Сегодня говорим о коллагене. Коллаген является основным структурным белком, который содержится во всем нашем организме и обеспечивает важную функцию прочности, эластичности тканей, сухожилий, костей, хрящей и нашей кожи. Коллаген кожи непрерывно синтезируется с клетками-фибробластами. С возрастом их активность существенно снижается, и значит, количество коллагена в нашей коже становится меньше. Фибробласты – это клетки подневольные и зависят от гормонов. Чем старше мы становимся, тем меньше эстрогена вырабатывается в организме. А чем меньше эстрогена, меньше производства коллагена. Когда коллагеновых волокон становится меньше, их уже недостаточно для поддержания правильной структуры кожи. Работа же фибробластов постепенно замедляется, и примерно на 1% каждый год уже с 20 лет. А после 40 еще больше ускоряется. Кроме того, с возрастом волокна коллагена теряют эластичность, становятся толще и грубее. Они комкуются, образуют своеобразные дырочки, и ровной прочной сетки на нашей коже не получается. Она искривляется, заламывается, и здравствуйте, морщины. В довершение, помимо синтеза, в коже всегда присутствует процесс разрушения коллагена, потому что кожа постоянно обновляется. С возрастом процесс разрушения набирает только обороты, разрушается коллаген под воздействием определенных ферментов. Коллаген дает хорошее увлажнение, лифтинг, поэтому мелкие морщинки разглаживаются, становятся менее заметны. Для эффективной борьбы с признаками старения необходимо сначала убрать старые поврежденные волокна коллагена, а затем постимулировать их синтез. Что важно, не думайте, что вы принимаете коллаген, и он поступает сразу в нужные места, как коллаген. Коллаген мы принимаем как белок, который внутри распадается на аминокислоты, такие как лицин, лизин, пролин, и которые могут быть использованы нашим организмом для создания структур соединительной ткани и поддержания функций клеток. То есть мы с тем самым приемом коллагена внутрь, мы стимулируем выработку своего коллагена, который у нас уже перестает вырабатываться с возрастом. Итак, что представлено из коллагена на iHerb? Больше всего коллагена говяжьего, из эко-чистых, можно так сказать, коров, которые пасутся на экологически чистых пастбищах. Есть и морской коллаген. Я брала вот такой говяжий. Очень понравился, дополнительно принимала гиалуроновую кислоту. Очень приятный вкус, не выраженный. Но потом я узнала, оказывается, что морской коллаген наиболее приближен по составу и сходен с нашим коллагеном человеческим. Поэтому я заказывала от California Gold Nutrition коллаген морской с витамином С и гиалуроновой кислотой. Эффект я не скажу по себе, но знаю, что человек, который пил, сказал, что эффект был очевидный, но нужно пить много-много воды. Но самое интересное с японским коллагеном. Вы знаете, что японские и вообще азиатские женщины очень долго не стареют. Это, конечно, объясняется особенностью их кожи. Она у них более плотная. Что принимают именно в Японии? Какие есть добавки японские? Потому что они считаются одними из лучших. Контроль качества за этими препаратами просто колоссальный, и они вне всякой конкуренции. Самые популярные марки – это Meiji, Funkel, DHA, Shiseido, Asahi и Arihira. В чем особенность этих японских коллагенов? В том, что они есть в разных формулах: в таблетках, в порошке, в жидкости и, внимание, в желе. Я была очень удивлена, очень мне понравилось. Кроме того, есть у них тоже и говяжий коллаген. Но больше всего это морской коллаген используется. Очищенной низкомолекулярной формулы, которые проникают глубоко. Содержат они в себе всяческие присадочки, такие как нужная, конечно же, гиалуроновая кислота и витамин С. Гиалуроновая кислота является компонентом соединительной ткани, обеспечивает нам смазывание суставов, увлажнение и восстановление кожи, удержание молекулы воды.
Витамин С играет роль в выработке коллагена в организме, помогает антиоксидантной защите. Есть в составе плацента свиная или плацента козы, что меня очень удивило, как может морской белок рыбы, по сути, и два вида белка и животного происхождения говяжьего между собой сочетаться, и всяческие аминокислоты. При выборе этого коллагена важно, чтобы количество его было больше 5000. Это написано на упаковке, и можно, не разбираясь в японском языке, это увидеть. Самый популярный, наверное, у них Фанкл и Шисейда. Шисейда и косметику выпускают. Вот такой Мэйкхи. В разных вариациях, с разными тоже добавками внутри. Но все эти бренды коллагена объединяют то, что они, в принципе, очень дорогие. Месячная доза стоит приблизительно $50. При выборе коллагена также будьте внимательны, чтобы в состав не входил эпидермальный фактор роста, так называемый EGF. Это своеобразный белок, стимулирующий клеточный рост и клеточную функцию эпителия. Чем он опасен? У него очень много противопоказаний, особенно в женских болезнях, у кого, не дай бог, миомы, фибромиомы и так далее, эндометриоз, проблемы с почками у кого. То есть почитайте об этом. С ним нужно очень аккуратно, я не буду брать в состав, принимать его внутрь. Другое дело, когда в косметических целях он наносится на лицо, на кожу, но принимать его внутрь опасно. И есть вот такой от Ginza Tomato, самый, наверное, дорогой, стоит $200, внутри еще плацента розы добавлена, интересные присадки. Здесь коллаген из акулевого хряща с хондроитином. В составе также содержится жемчужная пудра, то есть абсолютно люксовый БАД. Коллаген премиального качества, который мне очень нравится. Вот такой коллаген я взяла себе. Даже не коллаген, а аминоколлаген. 33 здесь дозы. Содержание коллагена 5500 миллиграмм. В одной дозе практически 27 калорий. Это очень хорошо. Вот так он выглядит. Обычный белый порошок. Еще расскажу вам о препарате акулий хрящ, который распространен в Японии. Я купила это в Украине. Puritan Sprite компания. Нету ее на iHerb, хотя это США, но у них производство в Венгрии находится. Интересно, что на iHerb я не нашла акулий хрящ, хотя он там был. И много людей, которые занимаются перепродажи с iHerb, продают и Salgar, и Nau, и другие компании, но почему-то iHerb убрал со своего сайта, либо в целях защиты животных, потому что акулы истребляют, либо для продвижения своего от California Gold Nutrition морского коллагена. Что хочу сказать, я принимаю акулий хрящ с вот такой гиалуроновой кислотой от Thompson с iHerb, мне очень нравится. Самая дешевая, наверное, гиалуроновая. Класс. И еще заказала от этой же компании вот такую куркуму, тоже здесь 500 мг куркумы, содержится 95% экстракта, 90 капсул по одной в день. Не вижу особо эффекта пока, лучше с iHerb, мне больше нравилось, особенно фитосома куркумина, лучше действует, чем просто куркума. Обратите на это внимание. Это было все про коллаген. Я продолжаю его тестировать, буду вам рассказывать. Хочу попробовать другие виды коллагена, хочу попробовать еще японскую косметику. Впереди много интересного, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание, до свидания.